Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим вкусный, простой абрикосовый пирог. Для этого нам понадобится 200 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, смешать с мукой и просеять, 140 грамм сахара, 4 яйца, 160-170 грамм сливочного масла, абрикосы, можно еще смородину, ванильный сахар. Первым делом начинаем хорошенько взбивать сливочное масло с сахаром, чтобы превратилось в крем. Масло должно быть мягкое. Ставим разогретую на 180 градусов духовку на 40-45 минут. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.